Всем добрый день! Давайте я вам покажу, на каком этапе уже находится дом брата моего мужа, квартира. Вот это, получается, ихняя комната, уже постелили плиты. Это, кстати, будет плита, фартук кухни. Плит очень красивый, сероватого оттенка. Это детская комната. Покажи, покажи, какой красавый, красавичный туалетик. Вот туалет. А давай покажем, какая душа. У них в салоне подсветка будет. Здесь будет душ. Здесь что-то специальная ниша для душа. Поставят только стеклянную дверь. И все. Здесь будет стиральная машинка. Здесь будет раковина. И унитаз. Такой довольно-таки хороший, вместительный душ получается. Здесь кухня. Это место специально сделали для телевизора. Ой, телевизора. Какого телевизора? Нет, холодильник здесь будет стоять. Такая вот небольшая кухонка. Окно. Я думаю, что напротив окна будет здесь, да. Так как здесь вода, здесь у них будет это... Рами! Вечно куда-то влезет. Здесь будет раковина. А вот здесь, я не знаю, где они будут тут устанавливать газ. Пойдем. Это салон. Небольшой салончик у них получается. Здесь они сделают подстилку. Подстилку, подсветку. Господи. Всем добрый день. На сегодня четверг, 15 апреля. У нас теплынь. А? Спасибо. Где там песенка? Да, еще раз повтори. Мы приехали на плантацию, на земельку брата старшего. Нужно полить деревья, которые они посадили, нужно полить, потому что у нас очень жарко. Я уже все с коротким рукавом. И на следующей неделе еще будет жарче. Будет до 37-35 градусов у нас будет. Что вот это дерево подсохло у них. Хосам халега да нашев. Нашев. Ну хотя видно, что не поливали. Вчера сам приезжал, поливал. Но что-то сухое. Что-то не то, не пошло дерево, наверное. Не прижилась. Это интересно, что они тут понасажали. Это листья большие, похоже, не знаю, на тютину. Что-то листики у всех жухнут. Что-то не то, что-то им не подходит. Ну вот, короче, такая вот земелька. Раньше тут вообще ничего не было. У меня, кстати, есть старое видео. Мы здесь были. Ни забора здесь не было. Ни вот так вот ровненько ничего не было. Они же тут наняли трактор специальный. Разровняли все. А вот рядом соседский огород, можно, если можно так сказать. Потом сделали здесь, видите, туалет. Так что все цивилизовано. Есть вода. Ну, там мне стулья уже привозили. Бани! Иди сюда, мы ворота не закрыли. Надо ворота закрыть, чтобы он не выходил. А брат, я не сказала, да, где брат, чем мы приехали-то сюда колхозничать. Брат поехал в Тверю с ночевкой, они с палатками поехали в Тверю с семьей его жены, с сестрой. Вот, поэтому мы сегодня дежурные здесь на огороде, если можно так сказать. Так, классненький такой огородик. Конечно. Так, пойдем посмотрим. Они даже здесь туалет сделали. Мне очень интересно, как там все. Я не знаю, как вам это интересно. Но мне, к примеру, очень интересно, потому что брат старший делал все сам, все своими руками. Он делал вот эту вот будку, он делал, варил ее внизу. О, воды столько привозили. То есть надо было все закупить. Смотрите, какие большие канистры. У них здесь вода. Ну, молодцы. Хасам! Это команд фиумай! Махля, хай кандазу ищу, ля, хай гали. Вола браво, аля, сам.
А, гляньте, какая красота! Тут настоящий туалет! Вау! Действительно вау! Молодец, Асан! Умничка, все сделал! Красавцы! Смотрите, какая красота! Молодцы! Банька, выходи! Ну, можно будет в туалетик сходить. Вон, пацаны поливают. Ой, классная леечка какая у вас. Молодцы. Ох, и жара у нас. Давайте. А вот написано тут Афгани. Как афганская клубника, что ли, называется дерево. Там они должны быть все подписаны. Ну, давайте посмотрим. А, это бомоля. Помела, помела. Сейчас еще посмотрим, что у них тут есть. Тут не подписано? Нет, тут... А, не, вот. Тапуз. Апельсин. Апельсин. Класс. Помела. Это мы видели. Это тоже, по-моему, помела или нет. Сейчас посмотрим, что здесь растет. А здесь не написано. Просто номер. А, лимон. Вот он. Лимон написано. А тут что? Шакед. Шакед. Что это такое, шакед? Орехи, что ли, какие-то? Не знаю. Это тоже на лимон похоже, на лайм. Беленькие цветочки. А ну, давайте посмотрим. Клемантина. А, это клемантина. Это, мандарины. Клемантина такая большая. Они сладкие. Спасибо, что налил мне на ногу. Спасибо. Извиняюсь. Вообще, блин. Рами. Правильно. Надо было шапки вообще. Баня, что ты там уже ешь? Тут они так вот сделали тоже. Это мы на море с собой брали, кстати, в том году, когда ездили. Или вот этот мы брали, вот этот. Нет. Видите, у них здесь тут и пластиковое, все, и кофе здесь есть. Все здесь есть, молодцы, газ. Нескафе даже есть. Иду. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим на помидоры. Где помидоры? А, вот они помидорчики. Вот они помидорчики, красавцы. Смотри, какой паук. Паук? Черный, да. Вот он. Не надо, не надо. Ой, ну. Бенотта, да что не надо? Бенотта, да. Да? Он прыгает. А тальто? Нет, он прыгнул туда. Вон помидорчики. Это петрушка? Это петрушка, но она уже сгорела, ее надо было собирать. А это кузбара. Это кузбара. Кузбара, это не петрушка. А это что? Это мята, да? По листикам. Хай кузбара. Послазим ее емуга. Кузбара. И ну нашифат, халас. Хай нана. Хай нана. Это розмарин, наверное. Розмарин. А это, я не знаю, что это. Может, это щебрец? Хай затор, ля? Ля. Еще я не знаю, что это. Такая вот красота.
А бьёт уже не вся, бьёт уже не. А, да. Что? Я вам не знаю, что виза, мама, вот так. Давай, поснимай, как я лью. Здесь музычку поставишь, да? А? Музычку. Поснимаю прям близко, чтобы было красиво. Не дергай ее, я потом еще замедлю. Не, на, сверху не надо, так нет. Свекровь нас пригласила на обед. Вот это салат табули, огурцы, помидоры, капусточка. И в духовке у нас курица с картошечкой. Вот такой вот обед. Арабский, а может быть и не арабский.